что дает нам? Познание. Целостное осознание вообще, чего мы здесь делаем. Понимаете? Я вам вначале, когда вы пришли, сказал, что если мы хотим бороться, ну, не надо никуда ходить. Морду бить, валить, толкать можно, в принципе, не ходя ни в какой зал. Ну, вы это, наверное, прекрасно знаете, да? Вот. Но если научиться искусству, искусство — это некое умение, да, навык, каким-то определенным действием, тогда, конечно, надо куда-то ходить, потому что искусство может вам или умение передать какой-то более опытный человек, который тоже чему-то научился у кого-то и передает. Это как, допустим, кузнец, понимаете? Просто бить молотком по железке, ну, могут все. А вот так бить по железке, чтобы из железки сделать вазу, не кажется. Поэтому здесь нужны определенные техники, определенные умения, определенные правила выполнения, да, такой, целый такой набор знаний, а не просто, а вот мы тут все собрались, давайте все это. Поэтому сегодня мы собрались здесь, это второй раз мы проводим такое мероприятие, вы сказали, мало людей, да, так, Борис, ну, стоите сюда с нами. Вот, мы немножко лекцию прочитаем сейчас вначале, потому что у нас такое как бы образовательное мероприятие. Мы не только, мы, конечно, с вами и поспорингуем, вот, но это все с точки зрения как бы образования. Вот. Как я уже, чуть-чуть мысль у меня улетучилась, но для того, чтобы вот так стать именно ремесленником в области дзюдо, ну, мастером, надо изучать это, понимаете? Изучать много всего. И, конечно, у вас есть свой мастер, да? Учитель ваш, который вам передает опыт. Но то, что вы приезжаете к кому-то другим, опять по своему желанию, да, это тоже дает вам определенный плюс, потому что вы что-то новое узнали, можете что-то выкинуть из головы, а можете что-то оставить. Ну, как в школу мы приходим, да, учитель много чего говорит. Что-то мы оставляем для себя, ну, что-то считаем, там, откладываем в запас какой-нибудь. Потом придет время, и мы как бы возьмем из этого запаса то, что мы не поняли. Так вся наша жизнь устроилась, знаете, как бы. Мы можем прочитать сказку в 3 годика, родители нам прочитали. А потом прочитаем, когда нам 10 лет. И понимание сказки будет немножко другое. Когда прочитаем в 30 лет, опять другое. И то же самое дзюдо. Скажем, Дед Мороз, ты иди. Да. То же самое дзюдо, понимаете? Мы показываем какое-то определенное техническое действие. Вот тебе сколько лет? 12 лет. 12 лет — одно понимание этого действия. Когда тебе будет 16 лет, ты уже немножко по-другому посмотришь на это понимание. А когда будет 30 лет, опять по-другому. Но опять все зависит от того, насколько ты хочешь углубиться в понимание того, что происходит. Поэтому мы сегодня здесь, нас немного, первый раз нас было вообще трое, вот сегодня нас вот пятеро, даже вот еще гости есть, да? Вот, может быть, еще кто-то сейчас придет. Мы никого не заставляем, вот у нас такой принцип, как бы мы не заставляем, мы даем объявление, а дальше кто желает. Вопросы? Пожелания? Выиграть соревнования. Вот об этом тоже мы немножко поговорим в процессе. У меня просто возраст, у меня 18 лет, я борюсь до 23 лет. Это последний был чемпионат по женщинам вообще. Я как бы занимаюсь мало, у меня его нет. Ты участвовал в чемпионате? Да, по женщинам. Ну, по джиу-джитсу. А где? Какой чемпионат? По джиу-джитсу, который. А, по джиу-джитсу. Ну, смотрите. Чтобы получать какой-то результат, нужен опыт. Вот, как я вам сказал, да, кузнец, он сначала бьет так молоточком, у него кривая база, потом он лучше, там, у него лучше. Опыт. Чем больше мы стучим, тем, как говорится, лучше результат. Также и здесь. Чем внимательней, осознаннее мы подходим, к тебе 18 лет, да, ты уже совершенно понятно, у тебя видение всего будет гораздо осознаннее, чем 12-летнего, да? Вот. Поэтому мы должны это все откладывать,
И я покажу вам еще несколько примеров, как можно дополнить занятия для того, чтобы все происходящее на занятии еще больше отложилось в вашем сознании, ну, для улучшения или для совершенствования вашего ремесла, да, искусства. А искусство вы сегодня изучаете, вы можете разные искусства изучать, но сегодня вы пришли изучать дзюдо или дзюдзюцу, еще его называют. Вообще, по-японски правильно говорить, мы вот здесь дзюдзюцу занимаемся. Техника приемов – дзюдзюцу, потому что это искусство мягкости. А вот те, кто всю жизнь следует изучению искусства мягкости, их называют дзюдоистами, потому что они дзюдо – мягкий путь. То есть мы идем по мягкому пути, а практикуем искусство мягкости. Понимаете? Вот такая вот философия немножко, но философия важна, потому что это тоже знание. Итак, давайте сначала. Занятие, стали ровно. Сейчас мы закроем с вами глаза и подготовим наше сознание к началу занятия. Мы должны освободить наш мозг от того, что нам, ну, в процессе приезда сюда мешает, там, или как-то мы что-то видели, и подготовиться к занятию. Хорошо. Ну что, вы размялись, но мы немножечко еще дополним нашу разминку, да? Давайте встанем. Здравствуйте. Вот видите, к нам еще гости пришли, мастера. Так что они вас сегодня чему-то еще научат. Какие? Смотрите, какая ставка. Так, ну хорошо, сейчас переоденемся. Там вот раздевалка, и можете переодеваться и заходить. Так. Ну-ка, давайте, вот так, да. Становимся ко мне лицом. Хорошо. И немножечко вот так встряхнулись. Подпрыгиваем. Встряхнулись. Таз поворачиваем. Сильно напрягать прям свое тело не надо. Когда мы готовим наше тело к практике, нам надо просто войти в ритм. Если мы сильно сейчас перенапряжемся, у нас как бы сил не будет выполнять, правильно? А нам просто надо войти в ритм. Теперь вот так стоп немножечко поворачиваем. Сильные прыжки делать не надо, да? Вот смотрите, пяточки, носочки. Хорошо. Теперь вот так пошли в левую сторону и вправо. Не забываем при выполнении упражнений дыхание. Мы должны дышать спокойно, без напряжений. Хорошо. Молодцы. Теперь упражнение ручками. Теперь смотрите, что поделаем, такое упражнение. В дзюдзюцу, искусство, да, и вообще в нашей человеческой практике очень важно это передвижение тела в пространстве. Поэтому шаги очень важны. Шаги мы должны делать такие, чтобы наше тело никуда не падало. Да? Вы заметили, вы идете, вы не падаете. Маленькие были, вы падали, но потом вы научились. Теперь смотрите, что мы делаем. Мы шаг делаем вперед, ручки вверх. Шаг нога на место, ручки вниз. И ставим ногу вперед так, чтобы у нас опора полностью стояла. То есть мы не на носочек, не на пятку, никак. То есть мы жестко встали, да, ручки вверх, например. И вот такие шаги. Левую правую. Сан. Си. Никуда не переваливаемся, тело у нас прямое. Мы не шатаемся влево-вправо. Когда руки вверх, вдох, руки вниз, выдох. Да. И желательно, чтобы пяточку мы не отрывали. То есть мы делаем шаг вперед. Вот это положение не очень хорошее.
Почему? Потому что вы стоите только на одной ноге. А на одной ноге стоишь, значит уже баланс нарушен, понимаете? Легче вам вас куда-то там уронить. Так что мы это внимание тоже уделяем. Вот видите, а вы говорите, нас мало. Вас сегодня научат чего-нибудь. Не только я, вот еще и джентльмены с усами. Здравствуйте. Так, ну ладно, теперь то же самое, только немножко шаг назад. Мы немножко разминаем, готовим его. Да? Так, шаг назад, вдох, выдох. Есть шаги в сторону, правильно? Влево, вправо. То же самое делаем. Шаг в сторону, только руки в сторону, вверх. Так. В сторону и на место. В другую сторону. Так, давайте так встанем, шаг в порядке. Чтобы никто никому не мешал. Один вперед, один назад. Андрей, иди сюда вперед. Вот сюда, да. Вот. Ты вот там. Так, шаг вот и порядок, так, чтобы никто никому не мешал. Хорошо. А теперь немножко подвигаемся влево-вправо. Смотрите, приставной шаг влево, вправо, в сторону. В одну, в другую, да? И мы передвигаемся. Влево, вправо. Влево, вправо. Влево, вправо. Влево. Хорошо. Теперь немножечко коленочки замем. Чи, са, си, го, ро, си, хай, ку, зё. В другую сторону. Чи, са, си, го, ро, си, са, ку, зё. Ребят, видите, как вам сегодня повезло? Просто вообще. Вас трое, нас четверо. Вам есть с кем позаниматься. Да. Ну, мы потом представим всех. Всем. Ну вот здесь так, чтобы все мы друг друга видели, да? Так, ну, давайте дальше, да? Ножки вместе поставили. Немножко еще раз. Вверх потянулись. Теперь на коленочки немножко надавили. Присели. Размялись. Опять на коленочки надавили. И вот такой последовательность. Тянулись, давили на коленочку, и сели, давили. Так, хорошо. Сесть. Вот так, да? Так, ну такое мое любимое упражнение. Это спиночку разлить. Кататься. Так, хорошо, а теперь мы вспомним, да? Кто такой Широкэми? Знаете? Как так? Ну ладно, хорошо, погибли нас, да? Да, чуть немножечко. Вспомнили. Очень важное техническое действие. Не умеешь падать, значит, не сможешь потом бросать. Это уширу каминастана. А еще у нас есть еще йоку каминастана. Знаете, как? Да. Падение навыка. Да. Да? Ну, вот немножко давайте.
что важно при занятиях? Дзюдо или дзюдзюцу? А? Знаете ли вы? Не навредить своему здоровью. Не повредить своему напарнику. Ну, напарника, если ты повредишь, потом всех повредишь, так с кем тебе заниматься? Никому не останется. Тоже правильно? Да. А? Ну, вот так. Поэтому есть такой, вот видишь, там кодекс дзюдо. Мы недавно изучали его, там есть дружба. Там перефотографируют потом. Вот. Там есть такое вот дружба понятие. Что такое понятие дружбы, да? Вот так ты вот всех пошвыряешь, да? Как говорится, воткнешь вниз головой. И всех друзей потеряешь. Всех друзей потеряешь. Вот. Что, она тебя уже так бросала? Да, я бросала. И даже не извинилась? Нет. Прием должен быть произведен когда? В нужное время и в нужном месте, а не просто так. Да нет, я просто руку сама на один раз так получилось сама. Вот, видишь? Я один раз сама. Снимать. Хорошо. Давай, сели, коленочки. Нет. Шею. Нет. Маленькую такую еще дополнение. Я недавно общался с одним мастером боевых искусств, и он мне интересную идею подкинул. Не знаю, может, для кого-то это будет новость, но для вас это точно новость. Упражнения все мы можем разделить на упражнения лежа, упражнения сидя, упражнения стоя, упражнения в парах и свободный спарринг. Вот. Новость? Обычно, когда мы занимаемся, нам говорят, как техника в стойке, техника в партере. А вот смотрите, в партере она может еще быть лежа, может быть сидя. Да? Можно как индивидуально ее практиковать, можно также практиковать ее в паре. И стоя то же самое. Согласны? Ну, мы просто как поддержки ее еще. Да, да. Вот. Допустим, вот что, лежа, да? Лежа. Вот давайте мы попробуем посмотреть сначала. Вот лежа. Мы легли. Есть упражнения, которые можем выполнять руками. Важное упражнение, а? Здесь мы можем захваты, да, всякие отрабатывать. Упражнения ногами. Правильно? А голова где у нас все время находится? Наверху. Почему? Мы так мышцы шеи тренируем таким образом и приучаем, чтобы голова никогда не падала у нас при падении. Правильно? Вот таким образом. Вот сейчас такое называется тараканчик. Такое упражнение. Можно представить, что у нас здесь партнер перед нами, мы там захваты перебираем. Вы уже ребята опытные, я смотрю, все. Кто-то с черными поясами, кто-то с желтыми. Вот. Вы можете отталкивать ногами, притягивать, как крючки ноги использовать, руки переворачивать. Вот такое упражнение. Очень хорошее упражнение вообще для физической подготовки. И применительно к нашей непосредственному виду деятельности. Хорошо. Вот. Отлично, поделали. Это на спине. А еще то же самое можно делать на животе. Смотрите. Мы вот так ложимся. Вот. И вот такое упражнение мы тоже делаем. Мы можем здесь защищаться руками, ногами. И впереди. Вот. Не забываем про дыхание. Потому что сломанная рука — это еще полбеды. А вот если остановилось дыхание, тут уже ничему не поможешь. Ну что, готовы? Немножко так размялись. Смотрите, что я предлагаю. Я предлагаю начать наше свободное спарринги. И, ну, самое важное, это мы должны все остаться здоровыми.
Правильно? Да. То есть мы пришли сюда здоровыми и ушли отсюда здоровыми. И с хорошим настроением. Да. Поэтому выполнение любых технических действий, оно должно быть не с той целью, что я должен уничтожить своего соперника. Да? Соперник уничтожен, мне потом не с кем практиковать. А я должен показать ему такое свое мастерство, чтобы он как бы признал, что на сегодняшний день Борис лучше владеет этой техникой. И он показал ее в превосходном качестве. Понимаете? Я признаю это. Но признать это не значит, что я сдался. То есть я признал, я взял на вооружение, начинаю изучать. Тогда мы можем как бы усовершенствовать себя и становиться лучше в нашем искусстве. Значит, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Да? Значит, у нас шесть поединков лежа. Что хочу еще попросить вас. Каждый из вас, кто будет спарринговать, ну, опять, по желанию мы все, да? Мы это никого не напрягаем. Вы каждый свой поединок попытайтесь, я, конечно, мог бы сейчас раздать листочки вам, попытайтесь запомнить, как вы его провели, и поставить такую самооценку себе и своему партнеру. Да? Вот, допустим, ты будешь спарринговать с Борисом, и потом поставь Борису какую-то оценку. И запомни. Потом в конце занятия ты скажешь там, Борису там 2 балла, Андрею 3 балла, мне там, еще сколько-то баллов и так далее. Мы это все прибавим, и мы поймем, кто, по нашему общему, да, мнению, без судей, мы сами понимаем, кто все-таки вот такой вот оказался мастер на все руки. Готовы? Ну хорошо. Ищите себе, с кем вы хотите попробовать поспринговать. Сейчас мы будем это делать в положении, да, сидя, лежа, не вставая в положение стоя.